XDJ R1 – новая беспроводная DJ-система, все в одном, с MIDI-контроллером, дисками и USB-входом. Приборы серии XDJ R1 и Aero являются самыми доступными из тех, что работают с Rekordbox. В R1 к микшеру добавлены Color Effects, обычно существующие только на дорогих моделях. Здесь есть фильтры Noise, Crush и Pitch. Две деки имеют 4 квантизированных эффекта из DJM 900 Nexus, а также автопетлю, синхронизацию и 3 горячие точки из CDJ 2000 Nexus, плюс новый сэмплер. Облаченный в стильный корпус с металлической верхней панелью, R1 имеет мастер-выходы на разъемах XLR, мониторные выходы, микрофонный вход и входы для виниловых вертушек и линейных источников, а также AUX. Впервые все эти технологии заключены в одном устройстве такого ценового диапазона. Беспроводное управление стало еще шире благодаря новому приложению для iPad, iPhone и iPod Touch, которое называется Remote Box. Впервые, используя сенсорный интерфейс вне диджейки, вы можете полностью контролировать деки. Вместо компьютера все процессы происходят внутри R1. Используя смартфоны и планшеты как дистанционное управление, вы получаете преимущество работы с большим экраном и быстрым поиском. R1 – прекрасное устройство для диджея, в котором необходимо законченное решение в одном корпусе. Оно поднимает мобильный диджеинг на следующий уровень, добавляя комбинации эффектов и сенсорный контроль. Помимо входа USB, R1 имеет 2 CD-драйва, что делает его гибкой системой, подходящей для дома и студии. Remote Box также позволяет запускать сэмплы, джинглы и обратный отсчет, а также создавать плейлисты. Что касается креативности, то R1 делает возможным комбинировать Color и BitFX в пэд-контроль с осями X и Y, что делает его уникальным для модельного ряда Pioneer. Вы можете редактировать петлю способом, который есть только на CDJ 2000, а также дистанционно контролировать любую часть микшера. Если вдруг вы не знаете, то скажу, что Rekordbox — наша программа для менеджмента музыки, которая работает со смартфонами, планшетами и компьютерами. Она автоматически создает базу данных треков с тегами, картинками, тактовыми сетками, формой волны и тональностью. Библиотека Rekordbox будет работать со всеми современными плеерами Pioneer. Rekordbox можно установить на Mac, iPhone или iPad. Также он работает и с Windows, и Android, поэтому вы сможете подготовиться к выступлению где угодно. Экспортируйте музыку на USB-устройство и соединяйте его с R1. R1 поставляется с прорезиненной подставкой для iPhone или iPod Touch. Rekordbox также существует как приложение для iPad, что дает вам больше места для управления и навигации. Для этого просто соедините R1 и iPad по беспроводной локальной сети. Выберите R1 в установках Wi-Fi. Теперь при запуске Remote Box WLAN будет сигнализировать о соединении с устройством. При открытии программы вы имеете доступ ко всем секциям R1, декам, микшеру и эффектам. Но давайте начнем с загрузки трека. Все старания по организации музыки здесь могут быть выражены в плейлистах, но музыку можно сортировать и по таким категориям, как артист, альбом, трек и BPM. Но если этого недостаточно, то можно искать треки по сочетанию букв. Как и все наши плееры, R1 поддерживает MP3, AAC, WAV и AIF, включая и 24-битные. При выборе трека вы получаете всю информацию о нем. Также вы можете добавить его и в тег-лист. Для загрузки трека дотроньтесь до иконки деки R1. Экран автоматически отразит режим контроля деки. Есть кнопки Play и Q, поэтому запускаем трек. Вверху вся информация о треке и функции, которыми обладает только софт. Вот это индикатор прогресса воспроизведения трека. Внизу экрана вы можете работать с горящими точками, сэмплами и записью, накладывая звуки на выходящий из дек сигнал. Справа находится pitch, мастер темпа, синхронизация и квантайз. Еще одна функция, имеющаяся только в софте, это контроль автопетли с незамедлительным доступом к ее длительности. Секция эффектов имеет уникальный пэд, который комбинирует бит и колор-эффекты, которые вы выбираете сверху.
Двигая пальцем слева направо, вы изменяете длительность эхо. А по вертикали манипулируете фильтрами высоких и низких частот. Эффекты автоматически активируются при прикосновении к пэду и выключаются при его отпускании. Но вы можете оставить их активными, нажав кнопку Hold. Меняйте насыщенность и пропорции эффектов ручкой уровня и глубины эффектов. Секция микшера в точности отражает R1. Слева регулировка мастера, монитора и наушников. Справа аукса и микрофона. В центре чувствительность, эквалайзер, фейдер и кроссфейдер. Можно полностью вырезать частоты, ведя пальцем вниз. Два раза дотронувшись до эквалайзера, можно вернуть частоты в нулевое положение. Если вы хотите получить мгновенный доступ к микшеру, пэду управления эффектами и длительностью петли, переверните iPad и выберите секции для мгновенного доступа. Также возможно одновременно контролировать два эффекта и переходить от трека к треку. Но практически все, что можно сделать в приложении, можно сделать и на самом приборе. Конечно, вам придется загружать диски вручную, а Scratch имеет смысл делать на настоящих джоках. Автолуп — это ручка, и вы можете поворачивать ее для эффектного изменения размера петли. И, наконец, вам придется физически переключать регулятор, огибающий кроссфейдера. Как и плеер и пионер, R1 имеет три горячие точки, которые могут быть установлены в рекорд-бокс или на самом R1 нажатием кнопок А, Б или С. Следующее нажатие этой кнопки приведет к незамедлительному воспроизведению трека с данной точки. Также, используя данные кнопки, можно занести в память сэмплы. Для отличной синхронизации используются тактовые сетки из рекорд-бокс. Вы можете запускать сэмпл поверх воспроизводимого трека, и удерживая кнопку воспроизведения сэмпла, вы получаете петлю из него. А с помощью контроля и делителя автопетли можно изменять ее размер. Помимо возможности переключения между USB и CD, R1 является и MIDI-контроллером. В комплекте поставляется уже настроенная программа Virtual DJ. Это значит, что сразу после ее установки вы можете использовать ее для выступления. Нажав кнопку MIDI, вы можете управлять программой без проводов. Все ограничено лишь вашей фантазией. XDJ R1 — наше самое портативное устройство все в одном, с возможностью беспроводного подключения. Осуществляйте навигацию по вашей музыкальной коллекции, активируйте различные функции и расширяйте функционал программы Remote Box. А с помощью квантизации в Record Box вы получите безупречные миксы.